Привет, друзья! С вами снова Мотосервис. Решил немножко поговорить про инжектор на своей Хондочке F4i. Собственно, система вот так вот выглядит. Дроссельные заслонки открываются, открывают подачу воздуха. И форсунки. Вот они у нас 4 штучки на каждый дроссель. По одной. Вот так вот это все выглядит вблизи. Каждая форсунка имеет 4 сопла. Вот, там видно такие 4 маленькие отверстия. Собственно, оттуда прыскает бензинчиком. Ну что еще? Каналы в дросселях есть. Интересная система подачи дополнительного воздуха. Осуществляется вот таким вот способом. Здесь у нас есть дополнительные каналы, через который летит воздух. Собственно, когда мотоцикл у нас холодный, есть здесь цилиндрик, который сообщается с охлаждающей системой. И вот этот вот цилиндрик, он меняет свою линейную длину. Тянет за рычажок и открывает клапана. Клапана, собственно, находится вот здесь. Вот их там видно. Дырочки видно. На каждый цилиндр идет отдельный канал. Клапан открывается, дополнительное количество воздуха попадает в цилиндр, и обороты растут. Со временем, когда у нас мотоцикл прогревается, расстояние этого штока увеличивается, он удлиняется, как бы выходит погулять наружу, и заслоночки, клапаны закрываются. Сейчас все понажимаю, покажу, как это все движется. Вот так вот. Открылись клапана, закрылись. Открылись, закрылись. Но закрываются они полностью. Штоки туда заходят внутрь. И, собственно, в отверстие, если в это посмотреть, видно, как там движется заслонка клапана. Видно? Внутри. В закрытом состоянии все отверстия будут перекрыты. Все это дело мы отмыли и собираем. Чуть-чуть можно рассказать. Вот топливная рампа. Отсюда заходит у нас топливо. Через это отверстие сюда соединяется шланг топливный от топливного насоса. Под давлением попадает сюда бензин. Потом это все дело через форсунки летит в цилиндры. Тут еще есть вот система холостого хода. Крутилочка. Регулируется холостой ход. Можно покрутить и настроить. Точно так же холостой ход у нас регулируется через эти каналы. То есть дроссельные заслонки в нормальном положении закрыты. Ну, в принципе, все. Что еще можно? Дроссель чуть подергать. Вот так вот это выглядит. Ha ha ha.